я по нем поняла, что он не давал ей какого-то повода для дальнейшего продолжения или вообще что на что-то не намекал даже. Ну, видно было, да, почему? И в какой-то момент наша подруга решила пригласить Мишу на белый танец. Ну, надо знать Мишу, надо знать его жену, его окружение. Они посмотрели на это чудо так сверху. И, ну, кто-то подошел и шепнул, что не ушла бы ты, девочка, отсюда, не портила бы ты людям праздник жизни. Она, видать, ответила что-то не так, как либо охране, либо жене попросила передать. На что было очень грубо сказано и с ее типичным выражением лица, ненавидящим весь мир. И ребята ее так в набежавшую волну прям за борт и кинули. Вот, это тепло было, лето. Побежали быстро ее вылавливать. Ее выловили, там она на палубе стояла, сушилась.